покажу вам видео про вот это кондо, open house называется, то есть приглашают эти, кто продает дом, их агенты приглашают посмотреть, и я вам покажу здесь квартиру, то есть таунхаус, двух уровней квартира, сейчас покажу. Проезжали мимо, увидели, и Наташа захотела посмотреть, сейчас, подождите, все, сейчас покажу. Вот так вот дом выглядит снаружи. Таунхаус покажу. Покажу таунхаус, как выглядит. Это open house здесь. Пришли посмотреть open house. Так, ну, по-нашему квартира, но это не квартира, это таунхом. И вот эта вот лестница, по ней взбираешься туда, в спальне. Там спальня наверху, вот такой большущий потолок под крышей. Вот такой, вот такой, вот такой. И вот такой. Здесь камин. Камин, безусловно, электрический всегда бывает. Никогда не бывает не электрический. То есть никогда не бывает. Может, и бывает где-то в сельской местности. Но сейчас все переделали на электрические в целях безопасности. И вот такая лестница. Туда, 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 туда. Закрутишь голову, пока будешь забираться туда. И вот так вот все. Вот так вот все, кто-то в туалет пошел. Агент вышла, сказала, можете ходить посмотреть. Даже код дала на это нам посмотреть. И... Ой, это Наташа пошла в туалет. Ну ладно, не будем Наташу снимать. В туалете вид такой шикарный на этот самый. Somebody left the light here. Somebody left the light. Кто-то оставил свет включенным. Так, и здесь вот такая вот комната. Это типа балкон-терраса. Сейчас мы туда выйдем. А здесь бассейн внизу принадлежащим. Бассейн принадлежащий этому комплексу. И вот там вот, вот такой вот вид из окошка. Вот такой на, наверное, это озеро или река, непонятно. И вот такой бассейн внизу. Вот так. Идем дальше, значит, крыша вот такая большущая, красивая, потолок красивый. Цвет комнаты, да, такой интересный, пурпурный. Кто-то оставил здесь свет, красивая большая ванна, то есть, ну, в смысле, ванная комната, я имею в виду, клозет, walk-in называется, это имеется в виду. Эта тетя, ну, лучше ушла она, да. Вот я включила свет. Я включила свет в клозете. Даже сейф есть. Сейф есть во всех квартирах этого. Сейф, ну, такой сейф. Во всех квартирах есть. Он и у нас есть. Они тяжелые. И даже в отелях они есть обязательно. Вот у меня муж, когда приезжал в Москву, когда выбирал, где жить, меня со мной встречаться, значит, он все время говорил, найди это помещение, где есть сейф, значит, да? То есть, где есть сейф? То есть, сейф – это самое главное для них. Он думал, что в Москве его кредитная карта, значит, сопрут, поэтому сейф нужен. Ну, ладно, давайте серьезно, значит, это вот рассматривать. Ну, вот такой open house. Наташ! Нету. Она в туалете. У нее, потому что в туалете провалилась. Ну, неважно. Она сказала ее не снимать. В любом случае, не надо снимать. Бассейн отличный, красивый. Бурлит вода. Соседи вот там вот такие. Сейчас на балкончик выйдем, посмотрим. Так, вот такая красота из окна. Вот. Ну, значит, ну, в общем, вот так это вход. Такая здоровенная крыша. Значит, сколько здесь метров? 165, вот так вот примерно, 166-7 вот метров квадратных. Это, значит, property. Property – это жилищная, значит, такая, это двойная, это раковина, да, ну, это мечта для мужа и жены. Вот это же клозет walk-in, я говорила. Walk-in – это тот, который входит. Ну, куда входишь, и там это. То есть клозеты бывают разные. Бывает как шкаф, да, а бывает туда, куда входишь. Ну, входишь и одеваешься, да.
Такая вот лампа здесь. Так, стоимость, сколько это стоит у нас во Флориде, в крупненьком таком городе, в крупненьком городе, сколько стоит? Стоит это, ой, что-то 80 тысяч, что ли, что-то дешево очень, или я не поняла цену, надо переспросить. Так, вот такая ванна, туалет чистая, все новое, новый унитаз, джакузи хорошее такое, красивое, большое. Вот штора нужна, ну как красивая, ну ничего, так, слышите? Ну, пластик не каменная, пластик, ну... Ну, у всех, наверное, пластик. Я уже не помню, у нас пластик или не пластик у нас. Вот. Душ такой. Вот. И вот так вот это туда выглядит, в ту фиолетовую комнату. Вид. Идем дальше. Дальше здесь еще один туалет. Стиральная машина. Сушильная машина. Сушильная машина обычно наверху. Вот она, барабан. Стиральная машина здесь. Небольшая, сравнительно. Ну, такая. Ну, как небольшая. Вот такая вот. Вот. И вместе все оно в одно запаяно. Ну, юзовское уже. Оно не бронье, ну, то есть не очень, ну, пользованное уже. Здесь что-то такое, крышка какая-то на унитазе. Что-то мне она не очень это. Ну, неважно, не мое жилье. Люди поменяют, кто купит. Здесь душ стоячий. Здесь не джакузи. Здесь стоишь и моешься такой классный. Так, здесь... Вот такая раковина, здесь полотенце, здесь такие двери, ведущие сюда, в другую комнату. Это в спальню другая, значит, так я понимаю. Это все первый этаж, мы еще не прошли первый этаж с вами. Это туалет, значит, здесь такой клозетик между рядом маленький. Это считается клозет для полотенец. Кто-то пришел тоже смотреть, я не одна, болтаю по-русски. Ну ладно. Мне сказали, можно снять. Смотрите, пожалуйста, она ушла. Это она ушла, показывает другую комнату. Бешеный цвет малиновый на стенах. Слышите, это вообще, да? Это ж, ой, господи, я стукнула. Это ж надо кто-то такой бешеный цвет. Это на этот, на покрасил. Так, здесь у нас там выход. А, это выход там, где на лестничную площадку и лифт. Видите, в Америке, ну я потом покажу, в Америке лифты прямо на открытом воздухе. То есть здесь вот улица. И здесь вот он лифт, да? Вот так вот. Вот. Ну, короче, это... Я поняла, вот здесь вот вход в эту квартиру, в эту. Ну, в общем, представление таунхаусы – это в двух уровнях, в двух этажах. Вот такой клозет здесь, даже с вешалками. Вот такое все. Они часто висят вот так вот, они шевелятся. Видите эти, ну, клозетные двери, чтобы легче открывать. Конечно, тут немножко надо... почистить пылесосом, розовый, главное, слышите, малиновый ковер. А, это девочковая комната, все, дошло до меня, господи, лампа такая, кондиционер с вентиляцией, слышите, это девочковая комната, здесь темно-малиновая. Американцы любят красить в один тон, только в разные насыщенности разные, да, смотрите, и малиновая, розоватая, и ковер бледно-розовый, вот так вот, так. Двойная распашная дверь. Значит, построен он, по-моему, в каком-то там 80-м или 70-м году. Сейчас даже посмотрю. Прям интересно. Плитка на полу. Ну, такой вот, вот он вам, open house. Меня просили все, покажите. Что вы не ездите по open house? Ну, то есть, как это. Вот едь по open house, и все. Кухня, кухня. Такие лампочки здесь красивые. Здесь такая, это самая. Вот такая вот... кухонная мебель, такая просторная такая кухня, большая просторная. Здесь такие эти самые полки здесь. Кухня, кухню можно разогнать. Опять же, видите, разный цвет. Вот такой немножко, ну, слоновой кости, немножко зеленца, а здесь бежевый. Вот любят они вот так вот. Видите, разный цвет, да, на стенах. Любят они так вот делать. Это я уже заметила. Жалюзи такие интересные. Их можно вот туда выход на... Ну, на улицу. То есть, это что мы зашли с вами на второй этаж. А это еще вот эта крыша пошла на третий. То есть, вот эта вот крыша, она пошла на третий этаж, да? Ну, то есть, остряком. Вот, кухня вот такая вот тут. Вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. Ну, такая. Ну, мебель, слышите, не этот, не такой уж там фонтан, но ничего. И такая... Да, ну, юзовское все, знаете, юзовское, это имеется в виду пользованное. Вошмашина для посудомойка, ничего, в хорошем состоянии такая, нормальная. Не очень давно, не очень она давно и
этот, юзанная, то есть не очень старая, я что хочу сказать. Микроволновка малюсенькая, пердюрошная, большая микроволновка, это частная микроволновка. Обычно они встроены в американских домах и квартирах, они встроены внутри. Так, плита электрическая большая, немножко юзанная, ну тоже ничего, слушайте, чисто, чисто, нормально. Ой, хорошая, то есть там вообще, а, наверное, новая. Слушайте, никто ее не пользовался. Новая, новая, новая плита. Я уже везде, господи, хоть бы она не пришла, то я везде позалазила. Холодильник оставляется обязательно людям. Сейчас. Так, холодильник оставляется обязательно людям. Холодильник тоже ничего. Не знаю, он юзанный он или не юзанный. Ну да, наверное, аля и работающий еще, ко всему прочему. Еще и не выключили. Не сохраняют они. Этот, ничего так эти кабиницы чистые. Ну, кабиницы, вот эти все, они так, это вот, не это. Так, тут я не одна, поэтому кричать сильно нельзя, но сейчас посмотрим. Так, раковина вот такая, немножко такая облупленная. Этот реэтор есть, должен быть оно. То есть, уничтожитель мусора есть, слышите, вот, ну, то есть, открываешь, и это уничтожитель мусора работает. Работает там, уничтожает овощи. Овощи можно резать сюда, вы знаете. То есть этот garbage disposal называется. Уничтожитель пищевого мусора. Не специально, чтобы ты уничтожал, а то есть для удобства. Ты же моешь туда всю посуду, смываешь с едой, и еду включаешь, и он перемалывает. То есть не надо ходить, когда моешь посуду или режешь картошку или овощи, не надо ходить в какое-то мусорное ведро это класть. Да? Туда прямо. Все, что перемалывается. Ну, я вам уже это показывала. Такое я уже говорила на примере нашего дома. Плитка. Ничего. Так, сейчас я пойду на лоджию. Вот туда, это я поняла, лоджия. Вот так отсюда это смотрится. Ну, и что еще? Сейчас, секундочку. Вот так вот отсюда это тоже смотрится. С этой лестницы. Так, ну, лестница убьет наповал. Это каминчик такой, вот такие они электрические. Они всегда сделаны сымитированные. Они О, real? О, май год. Слышите, это уголь, это реальный. Real. Fireplace. Но это камин. Слышите, это реальный камин. Я думала, это электрический, это реальный. Какая-то тут трещинка. Так, я хочу выйти на балкон, а он закрыт вроде бы как. Окей. Attic space. Так, подождите, значит, смотрите, вот это одна такая комната. Одна комната наверху, я взобралась по этой страшенной лестнице. Еле-еле, слышите, ну непривычно такая этот, крутящаяся, это, крутящаяся такая лестница, очень непривычно. Ну и вот отсюда вот такой вот вид. Вот, это сверху, да, мы на балконе стоим наверху. Так, и здесь вот такая вот одна единственная комната. Спальня, она считается наверху. Обычно делают это детское, потому что дети любят бегать по лестнице. Конечно, это вот дом для этого, для семьи. Ну и вот такие вот здесь клозеты, да. Опять же, окно с жалюзями выходящее. Крышу только видно и улицу, с которой мы приехали. И... О, мама дорогая. А, атик, это этот. Это чердак, слышите? Вот вам чердак американский. Я вот часто вижу вот на чердаках вот это вот стекловато. Ну, так вот, слышите, же попало. А что оно так у них, это стекловато так? Или на стекло? Ну, утепление. Она, вернее, у нас же не утепление. Это конфеты. Слушайте, конфеты какая-то натуральная. У нас же не утепление, у нас, наоборот, для охлаждения дома вот это вот утепление такое применяется. Вот, ну и комната такая вот. Вот такая комната. И this one. А ну-ка, дайте-ка я посмотрю вот это. Вот такие, они шевелятся, эти двери. Всегда они подвесные такие двери, непонятно почему. Вот такой вот клозет глубокий здесь. И вот эта же вторая дверь этого же клозета отдвигается, не буду открывать. А здесь что у нас? Heater and... Тоже грязновато, мел там осыпался. Видно, в этом доме давно-давно люди не жили. Это точно. Гляньте, там понасыпалась штукатурка. Так, вот это, наверное, для воды хитер, или вот это хитер для воды, или это вместе, не знаю я. Ни технарь, ни абсолютно не понимаю, но неважно. Короче, это техническое оборудование для, наверное, этого хитера или кондиционера. Скорее всего, хитера. Гляньте, что я сделала, когда я подняла. Дайте поправлю, она сейчас придет, и я... Сказала бы, может, она даже нам дала код. Дала. А, здесь кнопочку нажимаешь, и вот так. А, все, кнопочку, ну, вот. Кнопочку нажимаешь, и так вот. Я даже не знала, что такие жалюзи есть. Так, и
И вот отсюда вот такой вот виджет, да? Вот это ж крыша под крышей. Вот. Вот такой вид. Вот эта лестница, по которой я взобралась. Или я что не показала, как я взбиралась? Это ж надо было еще показать, как я это самое два раза оступилась и стукнулась ногой. Потому что, знаете что, непривычно взбираться по крутящейся лестнице. Все привыкли мы по прямой, а по этой надо еще привыкнуть. Вот вам металлические перила. Так, пошла я вниз. Если я не загремлю отсюда, я тогда вам продолжу. Ладно, если я загремлю, значит, на этом будет закончено видео про open house сейчас. Ну, а вот это вот входная дверь, да? Вот эта входная дверь, это с лестницы ж я прилезла вот отсюда. Все со мной было нормально, но еще раз говорю, голова закручится. Надо становиться вот туда, когда по ней идешь, да? Потому что ступеньки узенькие в эту сторону. Вот, значит, пришла я сниз. От нее пришла. Про входную дверь сейчас скажу. Значит, входная дверь, ну вот такой вот этот агент вешает такой замок на коде. Она нам даже код дала, но она сейчас припрется. И вот так вот, ну, такая лампа, такой потолок, да, здесь красивый. Опять же, стены разного цвета, голубой и страшный малиновый. Не малину, что это такое, бургунди называется. Это, наверное, кодовый замок security, alert system, да, security система. Так, и вот так вот открывается. И вот видите, даже намело от растений. У нас вот эти вот всякие цветут, всякие гадости. Видно, здесь дерево такое, что оно намело, люди давно не жили. Люди давно не жили. И это, и дом даже, посмотрите, грязные двери, все засыпано этими растениями. А у людей вот это лифт. Вот лифт впереди, а здесь лестница впереди. У соседей все нормально, у них чисто, они, видно, убирают, а здесь никто не убирал. Так, я не хочу просто кричать по-русски, ну, по-русски, не по-русски, а на иностранном языке не буду. Так, а вот это, наверное, ну, это свет такой, ага. Свет такой, свет такой. Не будем включать, а то забуду выключить. Так, ну и с этой стороны, как только зашел, да, вот тут же кухня, здесь комната, вот так вот, да, вот так вот. Это мы вот так вот вошли. Вот так вот вошли. Значит, когда только вошли, и вот это вот. А, спальня я уже в этой была. И здесь была. Что у нас здесь? Клозетик. Была я уже, вам здесь все показывала. Все, все раз. Это с другой стороны, я просто вошла в другую ванную. Две ванны в этом доме. И два унитаза. То есть два бафрума называется у них. Вот это один. А вот это вот другой, вот вам. И шауэр. Шауэр это душ. Шауэр один. Вот он шауэр, я показывала. Вот он. Шауэр. И а это другой, вот такой вот. Вот. Вот так вот, 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 так вот. Вот, ну вот вам. Все. Я еще сейчас покажу из этой комнаты, ну, в смысле, из зала, покажу вью на улицу, пока не стемнело. Она пришла, ушла, стала, сказала, покажет нам меньшую. Ну, зачем я буду тратить время меньшую, большую, если я уже вам все показала? Сказала, будет такая же, только меньше. Спросила, ну, они же пристают. Наташа ей там заливала эти, что типа она хочет купить. Ну, может, это и правда. Гляньте, смотрите, какой бассейн здесь, да, вот из окна, да? И вот так вот, слушайте, очень хорошая квартира. Я не знала, что квартиры такие есть. Ну вот, и там вот, ну там соседи сейчас. Ну вот это вот соседи, да? Вот там такие же у них барбекю-машинки внизу, все ухожено, трава подстрижена. Но здесь в месяц же надо платить какую-то денежку. Порядка, наверное, где-то $500 в месяц немножко. Ну то есть там они включают воду тебе, ну то есть покрывают расходы на воду, на что-то еще там, на еще, на какую-то антенну какую-то там. Еще что-то, ну, этот мусор тебе покрывают, все покрывают, но $500. А электричество будешь платить сам. Ну, вот это вот снаружи я вышла в подъезд, да, и вот так вот выглядит вот эта лестница. Вот там вот кондиционеры, видите, вот там большие стоят на каждую эту, здоровые такие на улице. Вот так выглядит паркинг-лот. У каждого номер есть у таких домов, парковки, и для гостей есть. Но вот эта штука летит, слышите, вот это вот что-то такое цветет страшенное здесь, что оно здесь летает и позасыпало все. Ну вот это вот вход в эту квартиру, которую я вам показала. Все, счастливо, это был
Это был таунхаус, потому что с лестницей. Без лестницы будет кондо. Вот так вот называется здесь. Вот такой вот свиминг-пул. Здесь вниз я сошла, да? И к свиминг-пулу он моется, безусловно, людьми обслуживается. Вот такой вот душ здесь. Вот там мы были на... Ну вот второй этаж и третий. Это было все, ну там вот под той вот... Вот по той вот, вот это вот оно, вот там вот оно. И пальцем не буду показывать здесь. Люди так. И вот так вот здесь выглядит все со столиками. Она у нас так и не пришла, побежала показывать какой-то дом. Конечно, они эти агенты, они чувствуют, где жареным пахнет. Кто-то уже заинтересовался сильно. Она всех бросила и побежала. И сейчас Наташа выйдет оттуда. Так, ну вот, вот такая вот вода здесь. Ну вот так вот выглядят эти таунхаусы. Пальмочка здесь одна единственная, вода такая не очень. И это, такие красивые эти самые, такие красивые. Здесь такие плавают. Ну, нормально. Но здесь вот это цветут такие водоросли, видите, в воде. Конечно, сейчас такое время года, наверное, когда они цветут. Вода выглядит по-разному. Утки плавают такие красивые. Вот такое. Я поняла, так это какой-то пруд или озеро здесь. Вот люди живут на берегу с этой стороны. Но это город, слышите? Это, в принципе, даже большой такой. Это не шатается голова. Большой такой город здесь. Смотрите, какие здесь красивые эти самые, да? Ну и чья-то лодка. Все, пошли. Yeah.